маневренная оборона – это как итог комплексной нашей подготовки. То есть это все начинается от механика-водителя и заканчивается последним стрелком, который последним садится в БМП. Все это должно быть очень быстро, организовано. Каждый механик-водитель должен знать свое положение в походном порядке. Каждый командир взвода должен знать очередность, с которой взвод выходит из боя и занимает второй рубеж, второй ротный опорный пункт. По огневому поражению считаю, что все получилось. Экипажи БМП и танка поразили свыше 70% мишеней, гранатометчики поразили 100% мишеней, стрелковое оружие также показали высокий результат.